Приветствую, Камрадов и Камрадок. Сейчас проведу тест вот этого прибора на золотые и серебряные изделия. Это подводный металлоискатель, ну, типа складной такой пинпоинтер, новая версия. Раньше называлась эта фирма Detecnis. Я выпускал ролик о предыдущей версии и ее чувствительности на золотые предметы. А вот теперь есть новая версия у меня в распоряжении. Сейчас проверим, как она чувствует серебряные и золотые изделия. Это Quest Scubatector Pro. Вот раскладная такая версия. У него 4 уровня чувствительности. Установлен третий, поскольку четвертый на практике в морской воде он самовозбуждается, и смысл, как говорится, пробовать режим, который на практике не будет использован ввиду глюков, не имеет смысла. Поэтому на стабильной третий уровне чувствительности он сейчас. Так, вот. High — это означает третий уровень, четвертый у него буст. Значит, в квартире прибор из-за большой катушки самовозбуждается. Поэтому я выбрал сейчас там такое положение, где он, кажется, затих. И все тот же третий уровень чувствительности. Значит, какие цели? Серебряная серьга. Вот такая. Сейчас буду на весах показывать. Ну, нужно понимать, что в металлодетекторах важен не вес, а площадь поверхности. Вес — это такая характеристика, весьма, кажется, условная. Ну вот, пробуем. Значит, серьгу чует без проблем. Вот такое серебряное колечко. Это обломок, буквально там код изделия. 0,34 грамма. Даже вот такое мелкое из серебра он чует без вопросов. Дальше. Серебряная цепь. Ну, такая, как бы не самая мелкая, но я поднимал в два раза тоньше примерно старой версии Scubatector серебряные цепки. Поэтому я знаю, что с серебром у него проблем никаких. Значит, это меньше 9 граммов цепочка серебряная. Тоже он ее слышит. Ну и тонкое серебряное колечко. Меньше 1 грамма. Ну, колечки, это понятно, да, они отлично слышатся. А вот теперь переходим к золоту. Вот такая серьга, замкнутая. Разомкнутая, мы знаем, хуже еще ловится. Поэтому замкнутая должна ловиться лучше. 1,8 грамма. Прибор ее не слышит. Далее крестик золотой, тонкий, с мелкой тонкой цепочкой, общим весом 1,7 грамма. Не слышит. Цепочка немного более массивная, золотая, 4 грамма. Не слышит. Ну а тонкое золотое колечко, конечно же, будет слышать. 1,5-граммовое. Да, кольца слышатся все и любые. Вот. И вот еще интересная такая штука. Ну, это здесь у меня коробочка пластиковая. Это специально сделано для удобства пользования для тестов другим металлодетектором Expedeus. Здесь в этой коробочке запаян кусочек. Пластинка золотая, тонкая, примерно диаметром около сантиметра, весом 0,8 грамма. И вот эту пластинку золотую, вот такую вот, да, сантиметровая, 0,8 грамма, прибор слышит. Вот такие дела.